В минувшее воскресенье текстильщик провел очередной матч в рамках первенства страны. В Химках подопечные Вадима Евсеева сыграли с московским Домодедово. Счет ивановцы открыли уже на второй минуте встречи. Этот гол и определил характер игры. До финального свистка красно-черные закатили в ворота хозяев поля в общей сложности 4 безответных мяча, продолжив свою победную серию. Была такая обоюдная игра на встречных курсах. На хорошем поле, на хорошем стадионе. Нам посчастливилось еще удачно забить три мяча. Сопернику практически ничего не дали, за исключением там, эпизода, который они хорошо провели, атаку, когда попали в штангу. Следующий матч футболисты текстильщика проведут в воскресенье на своем поле, где встретятся с принципиальным противником – владимирским «Торпедо». Для красно-черных это заключительная домашняя игра сезона, к тому же дерби. Встреча обещает быть захватывающей. Начало в 17:00. Прямая трансляция со стадиона на телеканале РТВ «Иваново» и на сайте icomtel.ru будет доступна с 16:55. Капитану команды.